Ma che bel colore che ti fa questo telefono? Questo sì, questo telefono fa bel calore. Padova, sabato вечером, sabato sera, Come si chiama questa? Ambra? Ambra. Ambra di Ambra. Ambra cadambra. Девчонки, сегодня воскресенье. Вот пришла я в отель Форментин. Выбрала этот отель, потому что на сегодняшний момент это единственный отель, где можно хотя бы час сделать. Видите, никого нету, свободно, все на море. Хотя бы час сделать сауну. Здесь мы были последний раз в Джованне месяц назад. Вот это вот терраса, солярием зимой делать. Солнышко загорать. Вот это вот сауна. И называется это Форментин. А мы пойдем. Ой, у них тут, по-моему, даже и спортзал есть. Так, в прошлый раз я сюда не заходила. Да, у них даже спортзал есть. Видите? Трехзвездочный отель, есть спортзалы внутренние. Внутренние. Кто-то мне машет, не знаю кто. Может, прикалывается. Так, это у них спортзал. Слева от меня это сауна, в прошлый раз я делала. И сегодня хочу целый час. С 4 до 5. Слава богу, солнце уходит, поэтому могу делать гидромассажи. Жара на улице 35 градусов. И вот такой вот гидромассаж. Вот такие вот хоромы. И там еще есть другая пещина. Они купили соседний отель, который обанкротился. Там хорошие, кстати, гидромассажи. Мне там нравится. Еще есть на шею и на позвоночнике. Так, покажу вам. Следующий гидромассаж. Барчик есть. Забыла воду с собой взять. Вода дорогая. А, вот он. Видите? Тоже здесь хорошие гидромассажи. Мне нравится здесь. Сейчас лягу куда-нибудь тенечек, потому что я не люблю загорать на солнышке. Лягу в тенечек. Видите, никого нету. Вот это вот Иджей Суис, которая обанкротилась. Раньше мы тоже сюда ходили. Вот эти вот на плечи. И вон те такие классные гидромассажи. Конечно, не Торжестео. К сожалению, Торжестео закрыт. Поэтому будем довольствоваться тем, что есть. Мне абсолютно нужна сауна. Вот такая вот. Зато никого нету. Все резервато. Суперски все. Опаля. Такая жара. Перепутала остановку, чтобы выйти. Потеряла маску. Пошла в бар. Съела бриошь и кофе и забыла маску. Хорошо, что хоть здесь дали маску такую бумажную в отеле. 20 евро стоит. До 7 вечера открыто. С 2 до 7 полдня 20 евро стоит. Представляете? Всем привет! Куи, зона де релакс и сауна. Ее фото дуора сауна. Три волта. Види, аперта соло сауна финландезе 90 градусов.
Oltretutto chiuso, riservato, prenoti, 20 euro con idromассаж и терме fino a 7 aperto. Добрый вечер, девчонки. Вот я сегодня, мне даже дали 2 часа на сауну. Зеленой галочкой. Сауна финландезе. Потому что есть теория, что в сауна финландезе с 90 градусов вирус погибает. Поэтому по очереди заказываешь сауну. Слава богу, итальянцы не любят сауну летом, когда 35 градусов на улице. А я вот люблю, мне все равно 35 градусов, минус 20 градусов, плюс 35 градусов. Я все равно делаю сауну всегда. Каждую неделю стараюсь. И вот я лежу одна, 2 часа, 3 раза сделала. Выпарилась от души. Все токсины выпарила. Кожа шелковая, шелковая. Пурификата. 2 часа сделала гидромассажи. И все это счастье всего 20 евро. Релакс в термальных водах. Мой отель торжественно закрыт, 5-звездочный. И это один из единственных отелей, где сауна открыта. Остальные отели сауны закрыты. Поэтому я пришла сюда, потому что мне больше хочется выпариваться, выпариться, выбросить токсины наружу. Я в это верю, что сауна приносит здоровье. Поэтому я такая лежу, прям релаксата, такая вся чистенькая, пурификата. Вот сегодня ночью 100% буду спать 9 часов. 9 часов. И что самое классное, вот одна лежишь, резервата, можно хоть в купальнике, можно хоть голышом там, и все такое. Так что, но единственное то, что до 7 вечера открыто, называется... Отель называется трехзвездочный, прямо в центре Абонатерме, рядом с отелем Виктория Триесте, четырехзвездочным. Тоже в прошлом году бывала вот Виктория Триесте. Называется отель Форментин. Форментин. Так что, кто живет поблизости, можете вот так вот заказывать. Всем здоровья и добра. Девчонки, вот я напарилась в финской сауне 95 градусов. Так классно прямо в гидромассажах на это. В гидромассажах нациркулировалась кровь. И вот я сижу в баре Триеста Виктория, отель. Помните, в прошлом году я все время показывала Триеста Виктория. Такой холл Belle Epoca, в стиле Belle Epoca. Эпока, Belle Epoca. Вот такая вот красота. До сих пор жара на улице. Потом для тех, кто еще не видел, отель Триеста Виктория, это вот они одна и та же сочета с Гранд-отель Абана, один и тот же хозяин. Поэтому по субботам музыка, поют. Сегодня воскресенье, нету музыки, живая музыка. Так что жду свой дринк. Всем пока. Девчонки, зрители мои, подписчицы, пью за ваше здоровье, чтобы мы всегда были дружными и добрыми.